Самый крупный строительный проект за последние несколько десятков лет реализует в Сарове до 2020 года. Более 2 миллиардов рублей с федерального бюджета пойдет на реконструкцию очистных сооружений в рамках программы «Оздоровление Волги». Деньги направят на обновление оборудования и строительной работы. Сейчас Горводоканал разрабатывает 3 проекта по реконструкции очистных сооружений. По предварительным подсчетам, на эти цели нужно около 2 миллиардов 700 миллионов рублей. Пока в бюджет Сарова перечислено более 2 миллиардов 290 миллионов. Он позволит существенно повысить надежность, качество и эффективность услуги по водоотведению, обеспечит полный цикл переработки осадков сточных вод. На сегодня данного полного цикла нету, и это один из недостатков наших очистных сооружений. Реализация проекта в нашем городе улучшит экологическую ситуацию, позволит достичь нормативных показателей качества сброса сточных вод. Сегодня они недостаточно очищены, и определенные загрязняющие вещества попадают в реку в концентрациях выше предельно установленных. Горожане также почувствуют на себе эффект от реализации проектов. Ну и самое главное, что волнует прежде всего тоже наших жителей, это надежность. Все мероприятия направлены на обновление и модернизацию всего оборудования, которое задействовано сегодня в работе наших канализационных очистных сооружений, что позволит нам существенно сократить уровень аварийности. В рамках реконструкции очистных сооружений планируется полностью уйти от иловых осадков и создать аналог почвы грунта, который можно использовать при рекультивации карьеров или при озеленении территорий. Будет меньше запахов. Сейчас это все равно есть небольшой запах, который идет от очистных, не всегда, но есть. После внедрения новой технологии все эти бурты, все процессы обезвоживания, стабилизации, компостирование будут закрыты. Это будет с крыши. Запахов практически не должно быть. По этому объекту сейчас идет процедура общественных обсуждений. Познакомиться с документацией можно в холле первого этажа здания администрации. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.